Мы очень рады тому, что Си Цзиньпинь остался, во-первых, руководителем, да, Китайской Народной Республики. Хотя бы потому, что Си Цзиньпинь именно в Астане в 2013 году провозгласил гигантский мегапроект. Это «Один пояс, один путь». Он дает просто невероятное количество новых проектов. От Балтики до Тихого океана, от Европы до Китайской Народной Республики. Здесь и Ближний Восток, и Африка подключены. То есть, да, с одной стороны, он дает усиление Китая, да, но Китай, в отличие от западных колонизаторов, от западных стран, которые стремятся просто превратить страны в рынки сбыта, Китай реально помогает создавать инфраструктуру, значит, другим странам. И они дают возможность другим странам развиваться, значит, повышать уровень жизни, создавать рабочие места.